В Беларуси стартовала регистрация на участие в киберспортивном чемпионате страны по Dota 2. Призовой фонд турнира составляет 20 тысяч белорусских рублей. Его между собой разделят 4 лучших команды. Квалификации начнутся с 11 ноября. С 9 декабря планируется второй региональный тур. К участию допускаются команды с минимальным составом в 5 человек. Важно, чтобы минимум 3 игроков были прописаны в одной области и были не младше 16 лет. Дети из социально-педагогического центра поучаствовали в игре викторине в стране мультипульте. Они с удовольствием выполнили все предложенные задания и активничали в конкурсах, а также познакомились с большим количеством книг, сюжетом которых являются их любимые мультфильмы. У жителей и гостей Полоцка с 8 ноября и по 31 декабря появится возможность взглянуть на удивительный мир Березинского заповедника глазами фотохудожника Дениса Ивковича, который состоит в клубе фотографов дикой природы Беларуси. Дополнительную информацию о проведении выставки можно узнать по телефону 46 42 12.